Евросоюз готовит 6-й по счету пакет санкций против России. Этот вопрос обсудят министры иностранных дел стран блока на переговорах в понедельник. Как ожидается, меры давления на Москву будут еще более жесткими, учитывая, как выразился Жозеп Боррель, неизбежное наступление российских сил в Донбассе. До сих пор ЕС не решался на отказ от российских газа и нефти, к чему давно призывает Украина и ряд стран сообщества. По словам главы европейской дипломатии, пункт о нефтяном эмбарго есть в повестке встречи в Люксембурге. Однако ряд источников утверждает, что присутствующие, скорее всего, не придут к общему решению. Германия, Италия, Австрия и Венгрия против. Между тем стало известно, что Евросоюз созвал военный комитет для рассмотрения вопроса о поставках оружия Украине. Ее президент Владимир Зеленский просит Брюссель помочь стране тяжелым вооружением. Тот пообещал выделить Украине на военные нужды дополнительно 500 миллионов евро.